Ну, в связи с тем, что у нас выборы закончились, я пройдусь по теме выборов. Особенно то, что касается медицины. Основное правило российского врача – лечение заболевания. И не надо относиться к помощи, прописанной Гиппократом. Лечение, как и отказ от эвтаназии – это правило российского врача. А что такое лечение сейчас? Это просмотр не только наружного состояния больного, но и внутреннего. То есть нужно МРТ. Так вот, его цена за нуль – 350 тысяч долларов, ну, как Майбах. Или 100 тысяч долларов, как бумер. Или два типа джипа. Цена ремонта – 353 тысячи долларов. Это не МРТ, это так, типа крутизна. Честно, круче и правильнее купить МРТ, сделать его обслуживание нормальным и лечить людей. Но даже если у вас нет специалистов, то за полгода работы можно такого сделать. А дальше есть интернет. И даже не сложно, а можно. Но вот только где работает другая правильная служба, непонятно. Так вот, мальчишки и девчонки, я с лечебно-диагностического центра Института имени Березина деньги не беру. Потому что если бы вы сюда не пришли, мне бы было бы не очень хорошо. По одной простой причине. Чем мы раньше начнем диагностировать ваши заболевания, тем будет гораздо круче. Потому что везде и всюду должны быть вот такие медицинские центры. МРТ-шки. Везде и всюду. В любом центре такое должно быть. К сожалению, у нас это не происходит. Я не знаю, почему это делается, но тем не менее. Сюда необходимо привести и вам, и вашим родителям, и вашим детям в том числе. Потому что чем раньше мы обнаружим, тем будет гораздо дешевле. И уж поверьте мне, человек, который в действительности очень сильно страдает от весьма нехорошего заболевания. И сегодня и сейчас я вам говорю, куда приехать. Курортная поликлиника, помните? Ну, это сейчас уже другая штука стала. Ну, с этой стороны зайдите, получается. Самое забавное, что этот медицинский магнитно-резонансный центр работает до 11 часов. То есть вы даже можете сюда прийти в 7 часов утра, до 11 часов вечера он работает. И цена вопроса не такая большая. Она совершенно небольшая цена. А потом вы поймете результат. Когда все будет лечиться, тогда, когда еще и никто и не предположил, что оно у вас возникло. Ну, МРТ на сегодняшний день, как бы все, мне кажется, уже знают, мы много об этом говорим, да, и пишется уже в литературе медицинской, о том, что на сегодняшний день это самый эффективный современный метод диагностики. Для того, чтобы поставить врачу точный диагноз, да, по заболеванию, как бы, да, у какого-то человека, в комплексе всех диагностик обязательно должно быть МРТ, да, если есть такие показания. Вот, и поскольку процедура может быть не очень дешевая, но тем не менее ее необходимо делать. Для того именно, чтобы мы как можно раньше выявили, врач, да, выявил у человека какие-то заболевания, какие-то нарушения в состоянии здоровья. Это, во-первых, скажется о том, что чем раньше мы приходим, чем раньше мы узнаем, что у нас какие-то проблемы, нам это, во-первых, во-вторых, в дальнейшем нам это дешевле обходится. Сейчас я расскажу просто. Люди говорят, что вот пришел в больничку, да, сдал свою кровь, сдал там мочу, в конце концов, и еще дальнейшие экскременты, и все будет красиво. Но так ли это на самом деле? По-моему, все совершенно не так. Ну, при каждом заболевании, да, врач понимает, что, чтобы установить диагноз, нужно провести ряд методик, да, диагностических. И для каких-то заболеваний МРТ – это обязательный метод диагностики. Даже если врач сомневается, да, в каком, чтобы поставить точный диагноз человеку, он направляет человека на МРТ. Вот, чтобы ему было проще какой-то диагноз установить. Мы диагнозы не ставим, мы ставим перед врачом, допустим, какие-то, вот в чем нас обвиняют, да, почему вы так много вопросов пишете в заключении, почему вы не пишете диагноз? Ну, потому что у нас работают врачи-рентгенологи, они диагнозы не ставят. Диагноз поставит уже тот врач, который, которому человек вернется и увидит наше заключение. То есть мы, наша задача сузить вот тот круг предполагаемых заболеваний, которые врач предполагает, да, у пациента. И мы говорим, что это может быть либо вот это. И уже отправляем пациента обратно к этому врачу, к неврологу, да, или нейрохирургу. И они уже дальше с помощью дальнейших там диагностик уже уточняют вот эти диагнозы, которые мы предполагаем. То есть либо это, либо то. То есть мы работаем для того, чтобы помогать пациенту, самое главное, помогать врачу. Теперь вопрос о другом. О
том, кто это все дело смотрит. Ни для кого не секрет, что у нас сложная ситуация, да, с образованием, с медициной, со всеми остальными делами. Вот. Кто-то говорит, что они все делают сами, но я вижу, что это не так. Откуда ваши специалисты берутся? Опять ни для кого не секрет, да, что проблема в городе с врачами, да, специалистами-рентгенологами вообще стоит очень остро. У нас на самом деле, мы всегда об этом открыто говорим, у нас работает, есть на постоянном месте работы свой врач-рентгенолог, это Нечитайло Юлия Анатольевна. Второго врача у нас своего нет, но мы спасаемся тем, что к нам приезжают работать вахтовым методом наши врачи-рентгенологи с наших ЛДЦ-центров. То есть поскольку у нас 57 городов, да, то есть вот мы приглашаем специалистов, имеющих достаточно большой опыт работы, потому что город у нас, мы знаем, что заболевания здесь мы выявляем достаточно серьезные, и вызываем к нам врачей, у которых есть большой опыт работы в МРТ-диагностике, для того, чтобы помогать нам справляться с нашим потоком. Это все интересно. То есть я сейчас немножко про заболевания, да? Про заболевания у нас... Чем мы сейчас болеем? Ой, город очень тяжелый. Мы, опять-таки, да, не секрет, что самое тяжелое заболевание – это онкозаболевание. О чем вот опять, да, мы говорили в прошлый раз, о том, что приезжие врачи, да, из других больших городов, да, у нас был и Барнаул, Самара, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург. То есть много врачей приезжало, и все, конечно, говорят о том, что у нас большой процент именно онкологических заболеваний у наших пациентов, которых мы видим, которых мы вот принимаем у себя. Это же не проблема комбината, это просто проблема, такой город, потому что город стоит, где он стоит? У нас леса-то и нету, это жизнь такая получается. Тут не надо ничего говорить, мы работаем на комбинат, и комбинат у нас корень, поэтому не говорить о том, что проблема, нет, не надо. Просто такая ситуация возникла, и такое случается, везде, где большое производство, такие ситуации случаются. Вот об этом мы будем говорить. Теперь другой вопрос. Часто такое случается, тем более мне, приезжаю в Челябинск, а мне приходится проходить МРТ там. В следующий раз буду у вас проходить, дай бог. Приезжаю, а там что-то неисправно. И люди месяц, два, три ждут, пока МРТшка будет сделана. Как у вас дела обстоят? Не буду немножко, да, похвастаюсь, что мы в городе единственные, да, у кого есть, скажем так, инженерная служба, которая контролирует, которая постоянно... наш томограф ведет, скажем так, работу нашего томографа. То есть у нас есть свой инженер, который постоянно его мониторит, отправляет постоянно отчеты в Санкт-Петербург. Да? То есть мы за качеством своей машины следим, потому что это в первую очередь сказывается на качестве наших снимков. То есть почему многие врачи, пациент сделал МРТ где-то, потом они направляют к нам, именно потому что качество наших снимков, оно на высоком уровне. Мы, в принципе, и поддерживаем вообще имидж, да, нашего ЛДЦ, МИПС, о том, чтобы сделать диагностику МРТ на высоком уровне, ее сделать и держать ее, эту марку постоянно. Теперь другой вариант. Вы поняли, где находится единственно правильный МРТ – курортная поликлиника. А теперь это уже медсанчасть города. Теперь станет сложнее, но понятен результат. Вы пришли лечиться и скажите, я вам предоставлю МРТ вашей проблемной зоны любому врачу. И я думаю, вас поцелуют. Да это стоит совсем недорого, но зато результат. Вы поймете, как правило, лечить изнутри. И по сути, и вообще, лечение станет грамотным. И даже если есть онкология, я вам показываю самые дешевые методы лечения. Вот в чем суть ТВ. А суть такова. Все, что находится внутри вас, вы этого не видите. Этого не видит в том числе и врач, потому что это находится внутри вас. Во всем нормальном мире МРТ – часть нормального процесса вашего выздоровления. Но, к сожалению, не в России. Но теперь и в России. Потому что наконец-таки Санкт-Петербург, потому что наконец-таки родина Владимира Владимировича Путина дает вам возможность сделать это и в Магнитогорске в том числе. К сожалению, он начал работать не тогда, когда мне это было необходимо, но позже. И вот сегодня, сейчас, придя сюда, вы себе делаете, и вы понимаете результат. И вы понимаете то, что находится внутри вас, туда, куда не заглянут никто, и специалисты в том числе.